10 февраля в 21.07 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Железногорске. В помещении, где произошло возгорание, обнаружили двух женщин. Одной из них потребовалась госпитализация. Еще один тревожный звонок был из Коренева. Хозяйка деревянного дома почувствовала запах дыма, вызвала спасателей, но самостоятельно выйти на улицу не смогла. Ей преградил путь огонь. На помощь пришли пожарные. С начала года на территории Курской области зарегистрировано более 200 пожаров, на которых, к сожалению, погибло 8 человек. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Чтобы снизить риски возгорания, спасатели регулярно проводят рейды, проверяют печное оборудование и еще раз обращаются к курянам с просьбой быть бдительными и осторожными.